Друзья мои, всем привет! Сейчас еду на авторынок «Зеленый угол». Хочу снять для вас такое небольшое видео, наверное, минут на 10. Показать все-таки, что происходит с ценником, как он меняется. Можете посравнивать. И я хочу вам напомнить, друзья мои, все автомобили смотрим на сайте drom.ru. Забудьте вы уже наконец про это Авито, забудьте про Автору. Если вы смотрите объявления на Авито и на Автору, ищите эти автомобили на Дроме. Далее, я не могу запомнить все цены. Ребят, все элементарно просто. Хотите узнать, сколько стоит автомобиль? Заходите на сайт drom.ru, смотрите, там есть абсолютно все цены. Ну и вы должны понимать, что дешевое хорошим не бывает. Смотрите средний ценник. И напоминаю, я занимаюсь подбором автомобилей в Приморском крае, в городе Владивостоке. Проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Вы можете приехать, мы с вами встретимся на рынке и выберем вам автомобиль. Вы можете заказать поиск автомобиля под ключ, то есть приезжать сюда не нужно. Поиск автомобиля под ключ стоит 15 тысяч рублей. Также вы можете приехать, мы с вами пройдемся по авторынку и выберем, как обычно, самый лучший автомобиль. Не забываем подписываться на канал, не забываем написать комментарии хейтерам, тоже привет. Я работаю один, у меня один номер телефона. Вот, с Яндекс.Дзеном там вроде подразобрался, да, но пару каналов там осталось еще, кто выкладывает мои видео. Подписываемся на Яндекс.Дзен, подписываемся на ВКонтакте, подписываемся на Телеграм. Телеграм, ВКонтакте практически не веду, вот, но Бог его знает, что у нас будет с Ютубом. Вот, поэтому, чтобы мы всегда с вами были на связи, пишите мне WhatsApp. Если я не беру трубку, пишите WhatsApp. Как я буду свободен, обязательно всем отвечу. Ладно, смотрим. Итак, хочу вам показать данный автомобиль. Это Nissan Note E-Power гибрид, 18-й год. Такой рыжий цвет. Автомобиль сейчас будет на осмотре. Я его посмотрю и продолжу снимать видео. Пробег у него 36 тысяч, стоит он 890 тысяч. Комплектация простая. Есть сонары, есть камера кругового обзора. В принципе, больше ничего нет. Но пробег у автомобиля 30 с чем-то тысяч. Он был на аукционе, был поджат по левой стороне. Замена крыла, окрас двери и, по-моему, с переходом на вот эту дверь. То есть я данный автомобиль уже смотрел. Сейчас вам нужно посмотреть повнимательнее и предлагать уже подписчику. Итак, посмотрим пока, что у нас есть. Это одна из стоянок авторынка «Зеленый угол». Знаете, кто бы там что ни говорил, что цены остались прежние, что цены не меняются. Ребят, ценник реально, он меняется. Не каждый продавец меняет цену, но поверьте, цена потихонечку падает. Это у нас стоит ВИЦ, автомобиль 2018 года, 4,5 балла, пробег 57 тысяч километров, флет-оптика, светодиодные задние фонари, кнопка старт-стоп, объем двигателя 1 литр двигателя. В принципе, стоят неприхотливые. При, скажем так, должном обслуживании. Никогда не экономьте на обслуживание автомобиля. Никогда. Это касается как масла, фильтров, то же самое и той же самой подвески. Ставьте всегда оригинальные запчасти. Да, они будут на порядок подороже, чем аналоги, чем тайваньские, там, китайские, но поверьте, это нужно делать. Итак, ВИЦ у нас стоил 820 тысяч рублей. Рядом стоит тоже 18-й год, но стоит он уже 800 тысяч рублей. Посмотрите, как они отличаются. Следующий автомобиль, это, кстати, ВИЦы, они есть в гибридном исполнении, где идет полноценный гибрид. Следующий автомобиль, это Toyota Aqua. Это полноценный гибрид, серенький цвет, 17-й год, пробег 79 тысяч. Нормальный стандартный пробег для японских автомобилей. Они идут только переднеприводные, 4WD их нет. И Aqua идут у нас только в гибридном исполнении. Лежит аукционный лист, стоимость 980 тысяч рублей. Ребят, я напоминаю, вот то, что я хожу, снимаю видео, показываю, я эти машины не проверяю. Я не знаю, настоящий это аукционник лежит, не настоящий. Проверять нужно в любом случае, потому что, опять же, говорил об этом всегда и буду говорить, то, что идет очень большое несоответствие аукционных листов. То есть машина, она реально бальная, она целая, ну, допустим, те же самые 4,5 балла, но находятся и крашеные, и менянные элементы.
Это у нас инсайт. Стоимость инсайта 710 тысяч рублей. Инсайт у нас идет гибридный. Но это одно название. Гибрид, то есть машина на батарейке, как полноценный гибрид, ехать у вас не будет. Просто вспомогательная система. Рядом стоит Honda Vezel. Они есть гибрид, есть не гибрид, есть 4 ВД, есть передний привод. Руками автомобиль и пальцами не трогать. Так, не вижу стоимость. Стоимость не указана. 18 год, RO1 кузов, 4 балла, 22 тысячи пробег. Да, ценник на автомобиле не указали. Следующий автомобиль — это Toyota Arctis. 2012 год. 4 балла, мультируль, ксенон, климат 1.3. 1.3 это объем двигателя. Стоимость автомобиля 820 тысяч рублей. Красиво его так поставили, чтобы ровненько смотрелся. Так, давайте еще посмотрим, что у нас здесь есть. Смотрим, ребят, далее. Стоит два Виша. 2009 год. S-комплектация 3,5 балла. Статистика ОК. 1 миллион 30 тысяч рублей. Стоит Honda Shuttle. Гибридная версия. 1 миллион 250 тысяч рублей. Виши есть 4 ВД. Есть передний привод. Гибридов не бывает. Shuttle также есть 4 ВД. Есть передний привод. Есть гибрид. Есть не гибрид. Еще один Виш белый. 10-й год, 4 балла, пробег 132 тысячи, 1 миллион 40 тысяч рублей. Алион, 10-й год, 1,5 литра. Ну, хочется сказать, ни хрена себе, 1 миллион 80 тысяч рублей. Fit, 13-й год, аукцион Honda. Honda хороший, строгий аукцион, комплектация L. Практически максимальная комплектация. Максимальная комплектация — это S-ка на коже, 1 миллион рублей. Prius. Вот недавно кто-то мне спрашивал, сколько стоит Prius, можно ли уложиться в миллион. Пожалуйста, 3,5 балла, пробег 136 тысяч, цена 1 миллион 170 тысяч рублей. Сейчас я подойду, хорошо. Подошел как раз хозяин U-Power. Сейчас буду смотреть Prado 2019 год, 4 ВД, аукцион 4,5 балла. Я даже боюсь представить, сколько стоит данный автомобиль. Цена здесь не указана. Еще один, 19-й год, 4,5 балла, лежит аукционный лист, 53 тысячи пробег. Я думаю, аукционный лист, который лежит, он настоящий. Не знаю даже, сколько он стоит. Так, надо нам идти туда, где есть цены. Сцены. Неудобно, я сегодня приехал пораньше. Проверить E-Power, еще нет продавцов. Не у кого спросить ценник. Isis, Платана. Идеальное состояние, аукцион 3,5 балла. Не ржавый, 1 миллион 200 тысяч рублей. 11-й год. Вот смотрите, рядом стоит 10-й год. Платана, 1 миллион 50 тысяч рублей. Какое-то время назад вот эта вот площадка, она была пустая. Автомобилей, конечно, прибавилось. Машин очень много. Сирена это самый дешевый микроавтобус. Минивэн, микроавтобус. Все называют по-разному. Это у нас Танк, Руми, Субару Джасти. Машинки одинаковые, 16-й год, 1 литр. Они есть турбо, как данный экземпляр. 1 миллион 50 тысяч рублей. Toyota Sienta. Гибридов нет. Полноценный гибрид. Есть 4 ВД, но не гибрид. Есть передний привод.
сиента 1 миллион 250 тысяч рублей. Кстати, вот вчера спрашивали про филдера, старый кузов, 11 год, 1,5 литра. Ну, миллион, ребят, 1 950 000. Не слабо. Honda Fit Shuttle. Вот, знаете, многие путают. Есть Honda Fit Shuttle. Вот автомобиль. А есть Shuttle. Не путайте, это разные автомобили. Ну, давайте возьмем еще с вами, что это у нас стоит. Нох, нох. Полноценный гибрид. Шикарный такой семейный минивэн. Микроавтобус. Это 15-й год, 1 миллион 870 тысяч рублей. Если идет гибридная версия, то мотор устанавливается 1,8. Если в негибридном исполнении, то мотор идет 2-литровый. Друзья, вот такой вот небольшой обзорчик сегодня у нас получился. Будем продолжать. Подписываемся на Дзен, Контакт. И также Telegram. Напоминаю то, что основной, конечно, это YouTube канал. Но мало ли что случится у нас с YouTube.